Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Алексей Кузьмин. И сегодня у нас будет диалог о политических партиях в Кировской области, об их деятельности, их активности, о том, чем они живут, чем они занимаются каждый день, чем думают и на что рассчитывают члены политических партий. В этом помогут сегодня мне разобраться руководитель аппарата регионального отделения «Справедливой России» в Кировской области Алексей Мальцев. Добрый день. Добрый день. И руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Кировской области Сергей Притко. Добрый день, Алексей. Сегодня интересный формат. У нас формат в диалоге. Может быть, будет так интересно радиослушателям все-таки понять о партийной жизни в нашем регионе, потому что каждый день на кухне мы рассуждаем о политике, каждый день мы смотрим по телевизору политические новости, которые прямо и косвенно влияют на нашу жизнь. Слишком много политических событий, слишком много политических деятелей влияют на нашу жизнь. И мы хотим попробовать в этом разобраться, что происходит в Кировской области, как живут политические партии. И давайте попробуем начать этот диалог о партийной системе, наверное, с Сергея Притко, представителя «Единой России», самая массовая политическая партия, которая имеет во всех парламентах нашей страны своих представителей, депутатов. Эти депутаты принимают судьбоносные для регионов, для муниципалитетов решения. И хочется посмотреть, чем живет «Единая Россия» внутри, какие проекты сегодня партия реализует, какой численный состав политического движения, какие есть планы на будущее, какие перспективы. Может быть, мы поговорим о возможном ребрендинге политической партии «Единая Россия». Уже не первый год об этом говорится. Мы хотим понять, что происходит внутри. Поэтому начнем с того, что сегодня происходит у вас в политической партии, что в Кировской области актуально, какие проекты у вас актуальны. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Прежде всего, хочу поздравить Алексея с новым форматом, с новой передачей. Надеюсь, что данный формат будет востребован и будут чаще встречаться за одним столом представители нескольких политических объединений, как раз рассказывать нашим радиослушателям именно про внутреннюю партийную кухню, поскольку политическая сторона, мы как раз наблюдаем постоянные средства массовой информации, а внутреннее устройство – это остается закрытыми дверями, поэтому многим радиослушателям и вообще, в принципе, жителям Кировской области будет интересно, как развивается региональное отделение. Что касается партии «Единая Россия», на данный момент у нас насчитывает более 17 тысяч членов партии и более 4,5 тысяч сторонников. С прошлого года мы начали аудит членов партии, то есть мы начали сокращение изучения нашего внутреннего партийной ячейки. Соответственно, ряд членов у нас переехало, ряд членов вышло из партии. Там все понимают, что шлейф той же пенсионной реформы сказался. Поэтому мы провели серьезный аудит, и сейчас как раз нас насчитывается там 17 123 члена. Вот. Мы ведем постоянную работу по восполнению членства «Единой России». То есть также за прошедший год у нас соотношение там один человек вышел, один добавился. Но мы примерно прослеживаемся такого же баланса. То же самое является и со сторонниками партии, потому что по нашему уставу перед тем, как вступить в партию «Единая Россия», у нас проходит испытательный срок в течение полугода. То есть все, кто желающие, вначале зачисляются в сторонники, после этого проходит собеседование, решение политсовета, и после этого только человек становится членом партии «Единая Россия». То есть здесь с прошлого года более серьезный стал кадровый отбор по вступлению в партию «Единая Россия», поэтому мы более основательно подходим к тем людям, кто к нам приходит. Но стараемся различными способами проводить проверку, потому что основной акцент взят как раз на кадровый потенциал «Единой России», поскольку курс ведет на обновление партии. Именно в политику должны прийти новые молодые люди, не запятнанные репутацией. Поэтому и вся работа как раз регионального отделения строится по подбору кадров именно в этом направлении. Ну, то есть акцент делается на молодежь? Да, абсолютно верно. То есть больше молодых людей. Я работаю уже год
в региональном исполкоме. То есть и тенденция как раз замечена, что больше молодых людей приходит на, именно для вступления в партию. На прошлом эфире как раз на «Эхо Москвы» тоже обсуждали тему вовлечения молодежи. Да, действительно, много ребят и молодых бизнесменов, и просто студентов с активной гражданской позицией хотят реализовывать проекты, дела, и как раз обращаются в нашу партию. То есть мы выступаем в том числе коммуникаторами между институтами власти для там реализации вопросов и пожеланий молодежи. Существуют ли членские взносы? Членские взносы у нас добровольные, поэтому у нас также добровольно членские взносы при вступлении в партию, но такой целенаправленной работы по сбору членских взносов у нас в региональном отделении нет. То есть это по желанию. Соответственно, данная норма у нас и в уставе закреплена. Что касается партийных проектов, о чем вы говорили, на данный момент у нас реализовывается 15 проектов, партийных, именно 15 партийных проектов. Но основной акцент сейчас на федеральном уровне и в региональном взят как раз на контроль за национальными проектами. То есть здесь партия выступает в качестве контроля за теми федеральными средствами, за теми объектами, которые будут реализовываться в Кировской области в рамках нацпроектов. То есть нами проведена огромная работа. Мы закрепили депутатов всех уровней, начиная от Государственной Думы до поселенческого, за теми объектами в рамках нацпроектов, которые будут ремонтироваться, строиться или реализовываться в Кировской области. То есть, к примеру, если мы берем двор, который будет там ремонтироваться в 2019 году в городе Кирове, да, то у нас по нашей внутренней базе уже есть закрепление депутатов, которые отвечают именно за качество выполненных работ. Потому что основная цель в рамках реализации нацпроектов именно по партийной линии – это обратная связь. То есть мы всегда в средствах массовой информации сталкиваемся с ситуацией, что вроде бы двор сделали, но как-то не так, жители недовольны, где-то тут подрядчик потерялся, выбросил там мусор под балкон, да, и все на этом в интернете ситуацию раскручивают. То есть да. В вашем случае у вас будет контроль над заказчиком, либо над подрядчиком? У нас будет контроль за ходом. За ходом. То есть нам важен результат, нам важно, что получат жители в конечном результате. Неважно, кто это реализовывает, нам главное, чтобы была комфортная среда, выполнены работы качественно, и это были удовлетворены жители выполненными работами. И, соответственно, те средства, которые были направлены Федерацией на реализацию национальных проектов, были вложены эффективно, без каких-либо нарушений. То есть, соответственно, у нас система мониторинга есть с обратной связью. К нам поступают сигналы. У нас создана IT-система, по которой мы как раз огромный этот массив обрабатываем. Это, конечно, стартовый пилотный проект. В текущем году мы еще будем систему дорабатывать, но первые результаты у нас уже приходят. То есть, по ряду объектов этого года мы тестировали систему. Действительно, там были нарушения, ну, я думаю, что и как раз на рабочих группах при правительстве области, это как раз по городу Кирову обсуждали уже неоднократно. Да, действительно, у нас система это мониторит, и я надеюсь, что в полном объеме у нас в следующем году она уже будет запущена. Вот, это как раз именно основное направление по именно у нас проектам. Также у нас сопутствующие именно партийные проекты. Активно реализуется партийный проект «Крепкая семья» Сусанны Никитиной Юнглюд, именно социальный проект «Историческая память» Герман Анатольевич Гончаров. Да, мы провели масштабную акцию «Детант Победы» в этом году. В следующем году, к 70-летию Победы, мы планируем вывести на уровень всей Кировской области, то есть задействовать все муниципалитеты, потому что ресурсы партии у нас позволяют, у нас в каждом муниципальном образовании создано местное отделение, есть исполнительный секретарь, соответственно, за счет ресурсов партии мы хотим в честь юбилея Победы. Ресурсов финансового либо административного? Людские. Людские. Ну, то есть, кадры. Соответственно, да, если уже продолжая данную тему, то в каждом муниципальном образовании у нас создан местный политический совет, есть секретарь местного отделения, это политическая должность, она на безвозмездной основе, и есть исполнительный секретарь, который выполняет техническую партийную работу, связанную с выдвижениями на выборы, внутренней партийной дисциплиной, документами, соответственно, они на
находится как раз в прямом подчинении уже регионального исполкома. И я со своей стороны координирую эту работу уже на местах. То есть вот все проекты... Это уже на штатной основе. Абсолютно и верно. И мы сейчас говорим о том, как устроена ячейка в районных отделениях политической партии. Угу. Вот, соответственно, возможности есть. Да, действительно, вопрос с кадрами, особенно в районах, он актуален там не только для партии «Единая Россия». Там, как Дмитрий Русский в прошлом эфире тоже сказал, что «Единая Россия» – ДЭМ. Нет, у нас не ДЭМ. Вот. Все сталкиваются с проблемами, да, но... тоже говорит, что совсем все плохо, это неверно. У нас стабильная работа, да, действительно, текучка кадров существует и в «Единой России», потому что все мы знаем, депутаты у нас практически все работают на непостоянной основе, то есть в Кировской области заработную плату депутаты не получают. В исполкоме тоже фонд оплаты труда, признаюсь честно, ниже, чем в среднем по экономике Кировской области. Поэтому сложности есть, особенно в районах. Стараемся людей, кто уже либо молодежь перспективная, кто хочет себя показать, зарекомендовать, да, чтобы хотя бы стартовые условия финансовые были. Либо люди только, которые закончили работу по основному месту работы и как раз еще желают и продолжают работать, быть в тренде и в формате. Да, поэтому мы тоже... акцент делаем именно на таких людей. Ну, а в основном это работники культуры, бывшие работники культуры, социальные работники, то есть кто как-то связан и с избирательной системой, поэтому люди, чтобы были, понимали устройство. Да, отлично, мы сейчас поговорили как раз о проблемах, с которыми сталкивается региональное отделение на местах. Мы затронули тот фактор, что есть определенные кадровые проблемы, есть определенные финансовые проблемы. Безусловно, с этим сталкивается любая политическая партия, в том числе и самая большая там, на сегодняшний день, там, «Единая Россия», испытывает определенные сложности. Я к чему все это хотел подвести? Подвести к ответу следующего нашего гостя, это Алексея Мальцева от политической партии «Справедливая Россия». Мы хотим поговорить о том, есть ли вообще, жива ли партийная работа в Кировской области, либо она сходит на нет, либо активность понижается. Если мы говорим о том, что чего-то не хватает для того, чтобы увеличить эту активность, вот чего не хватает? Какие сложности есть у «Справедливой России»? Какие сегодня реализуются у «Справедливой России»? Партийные, именно партийные проекты, куда привлекаются и сторонники, и члены политической партии. Вот давайте поговорим о «Справедливой России». Это партия тоже достаточно активная в Кировской области. Во всех районах Кировской области есть свои отделения, насколько я знаю. Поэтому давайте об этой политической партии тоже поговорим. Алексей, расскажи, пожалуйста, о «Справедливой России», об их активности, об партийных проектах. Ну вот если ты затронул тему, чего не хватает, я услышал такую фразу, нашему обществу, наверное, не хватает позитивного опыта. Вот, потому что как человек ведет себя, принимает какие-то решения, там, ходит на выборы, не ходит на выборы, он делает это, исходя из своего прошлого опыта, то есть нашей, так скажем, демократии, да, там, условно, 20 лет. Вот за эти 20 лет мы прошли определенный путь. Люди получили определенный опыт. Этот опыт, ну, в большинстве своем, он... будем правде в глаза смотреть, он не очень позитивный. Да, то есть, например, приведу несколько примеров. Вот у нас есть две дороги в городе Кирове, это Крупская и Стахановская, наверное, наслышаны. Очень много о них писали в последнее время. А вот опыт у людей какой? То есть они с 2015 года пишут в администрацию, обращаются, что, товарищи, вот приведите дорогу в нормативное состояние, мы налоги платим, мы тут ходим, у нас дети ходят на остановку. Но каждый год они получают одни и те же письма, да? Денег нет, держитесь, запланируем на следующий год. На следующий год вот точно так же. Вот. Мы недавно совершенно выиграли суд по этим дорогам, дороги будут. То есть, вот какой... то есть с помощью партийной активности, активности депутатов, членов политической партии. Я хочу о чем сказать, что вот у этих людей, которые там проживают, кто-то сдался на первый год, кто-то сдался на второй год, да? То есть у них негативный опыт. Они не смогли самостоятельно решить эту проблему. Но
придя на выборы в прошлом году, они выбрали независимого депутата, который ни от кого не зависит. Он пошел до конца, дошел до суда и получил, собственно, судебное решение. Что касается наших проектов, они как раз завязаны вот на людях, на помощи людям, на обучении их быть эффективными в изменившихся, так скажем, условиях. Вот. У нас реализуется два проекта. По области это проект Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия». Он заключается в том, что мы помогаем людям решить какие-то бытовые свои проблемы, во-первых, с одной стороны. Но и с другой стороны мы учим людей самостоятельно взаимодействовать с органами государственной власти, то есть решать свои проблемы. Некоторые проблемы решаются очень просто. То есть люди ходят в ЖЭК, предположим, и бесконечно ругаются с инженерами, там еще с кем-то. Хотя на самом-то деле можно просто по телефону оставить заявку, записать номер заявки и контролировать ход ее исполнения, либо в двух экземплярах написать письмо какое-то. Вот у нас подведены итоги за прошлый год. Могу сказать, что через нашу приемную прошло 1500 человек. У нас мы работаем не на процесс, мы работаем на результат в первую очередь, поэтому не стыдно этот результат озвучить. Общая сумма побед, которую нам удалось достичь, это 10,5 миллионов рублей. То есть на эту сумму мы помогли людям. Кому-то пересчитали коммунал, кому-то бабушкам там кредиты навязывали, какие-то кастрюли продавали и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну и второй вопрос, ну это, наверное, нельзя назвать проектом, это такая повседневная, даже партийная, не партийная, но повседневная работа, это поиск активных людей, которые готовы самостоятельно вкладывать свое время, свои силы, свою энергию в улучшение жизни вокруг себя и помощь этим людям. Организационная, где-то финансовая помощь, потому что ну, не всегда можно там добрым словом дорогу, предположим, отремонтировать. Вот улица Некрасова в Арбаже ремонтируется сейчас с помощью именно таких активистов. Мы помогли организационно, мы помогли, купили два КАМАЗа ПГС. Ну, иногда это необходимо тоже, и это важно. И вот за счет этого мы формируем у людей позитивный опыт. Да, то есть, когда они приходят и получают какой-то результат. Я думаю, что это важно, важная часть партийной работы, она в этом, в межвыборный период, в этом и должна заключаться. Ну и вторая часть, это, конечно, законотворческая, но я думаю, что мы в дальнейшем об этом поговорим. Ну да, законотворческая деятельность, это, я думаю, одна из главных деятельностей любой политической партии, потому что борьба за власть – это одно, а законотворческая деятельность – это совершенно другое. Борьба за власть делается на выборах, а законотворчество делается уже в парламентах, и в муниципальном уровне, и на региональном уровне. Да, достаточно интересно, потому что, вот видите, вы открываете там такие цифры, такие нюансы внутрипартийной жизни, которые не всегда в газетах пишутся, и не всегда люди, обсуждая на кухне какую-то политическую повестку, могут об этом понимать и об этом думать. Поэтому, мне кажется, вообще вот такая подобная информация, она будет интересна для наших радиослушателей в дальнейшем и в этой передаче. Поэтому давайте поговорим еще о других более серьезных вещах. Это выборный процесс, это выборы, потому что деятельность политической партии иногда бывает зациклена на выборы. Но напомню нашим гостям, что сейчас проходит избирательная кампания, аккуратнее в высказываниях, аккуратнее о восхвалении своих политических партий и о восхвалении кандидатов. Мы не будем говорить о фамилиях, мы будем говорить о подготовке наблюдателей и членов комиссий на избирательных участках. Вот это очень важный процесс, потому что я думаю, я убежден, что на избирательных участках должны работать специалисты. Эти специалисты должны быть подготовлены. Так вот, как политические партии готовят этих специалистов? И наблюдателей, и членов комиссии с правом решающего голоса, совещательного голоса. Сергей, «Единая Россия». Да, Алексей, что касается наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса, уже отработана внутрипартийная система, которая каждый из года в год в выборной системе, она только совершенствуется и дорабатывается. У нас уже набран и создан пул наших наблюдателей, которые из одной выборной кампании переходят в другую, соответственно, проходят
проходит обучение. Всегда в канун избирательной кампании мы проводим и круглые столы, и форумы и обучающие семинары именно на новшествах, связанных с законодательством. Все знают, как у нас выборное законодательство меняется из года в год, поэтому необходимо здесь быть в тренде, потому что, в принципе, та избирательная система, которая сейчас выстроена, да, в том числе в Кировской области, у нас равный доступ всех политических партий, у нас равное отношение избирательных комиссий ко всем политическим партиям. Там нет такого, что у нас все говорят, что все подыгрывают Единой России. Нет, мы находимся в равных политических условиях в нашем регионе. То есть у вас точно такая же стоит задача закрыть все УИКи наблюдателям для того, чтобы не допустить нарушений. Абсолютно верно. Мы также заинтересованы в честности результатов, потому что если ошибка там члена комиссии, неважно от какой там политической партии, да, то всегда идет обвинение в адрес Единой России, да. По факту нам необходимо как раз перекрывать эти факты, чтобы и освещать публично, что нарушения там не связаны ни с деятельностью там ни нашей политической партии, ни иных, да, там допустили технические ошибки. К примеру, таких случаев у нас постоянно возникает, особенно на муниципальных уровнях, где там, к сожалению, уровень подготовки членов комиссии, потому что они же люди работают не на постоянной основе, да, это там учителя, врачи, а с нашим изменением законодательства выборным, да, находиться тут даже в тренде. Юристы, даже юристы путаются. Абсолютно верно. Там, если там тоже берем работу региональных отделений, то сколько у нас электоральных юристов в Кировской области, кто постоянно работает там 3-4, да, на всю область. Это, наверное, много. Это много, я согласен, да. Ну, кто-то, по крайней мере, понимает. А сейчас представьте массив, если у нас более 1000 избирательных участков по области, то какой необходим, да, людской ресурс, именно профессиональный, чтобы грамотно и качественно это закрыть. Поэтому здесь, я считаю, что политические партии у нас друг друга дополняют, потому что все стараются закрыть участки друг за другом, проконтролировать. Но это замечательно, и это правильно. Необходимо, чтобы процесс был открытый, публичный, и никаких вопросов о результатах выборов не возникало. Алексей, «Справедливая Россия», как в этом направлении работает политическая партия? Ну, практически точно так же. У нас есть некий пул наблюдателей, которые с нами работают уже давно. Постоянный пул. Постоянно, да, это опытные люди. Обычно это молодые люди. Если говорить про город Киров, это люди, которые у нас работают на избирательной кампании, занимаются полевой работой, они заинтересованы в том, чтобы увидеть, так скажем, результат своего труда и проконтролировать, чтобы это было все честно, прозрачно. Вот. В области, в районах у нас постоянные наши товарищи, которые закрывают тоже все участки. И проходит учеба. Конечно, этих специалистов готовят. Обязательно готовится, учеба проходит. Всем обязательно мы раздаем бланки необходимые, копии, там, ну, чтобы максимально облегчить задачу. То есть рабочий блокнот наблюдателя, где он может уже компетентно посмотреть, и если что-то произошло, уже сослаться на какие-то нормы закона. У обоих политических партий есть ли какое-то поощрение за деятельность во время выборов? Поощрение наблюдателям? Не буду скрывать, да, действительно есть. Это, в принципе, на крупных выборных кампаниях это всегда предусмотрено и федеральным руководством всех политических партий. Поэтому за результаты, за конечные результаты такого поощрения нет, поскольку все знают, что в рамках выборного законодательства, да, по наблюдателям мы вопросы заключаем договора, и, соответственно, перед окончанием кампании, перед днем голосования мы все эти вопросы должны закрыть. А какие-то либо премиальные по итогам у нас такого не предусмотрено. То есть у нас штатная оплата именно наблюдателей. Справедливая Россия. Ну, любая работа должна оплачиваться. Наблюдатели, человек затрачивает свое время, практически сутки бывает, люди сидят. Следующая тема, которую мы попробуем поднять, это межпартийное взаимодействие. Я уже не первый раз и не первый год говорю о том, что политическим партиям в Кировской области нужно научиться договариваться. Нужно находить партийное взаимодействие между собой, потому что от их решений зависит слишком много. И я знаю, в других регионах, во многих других регионах, все-таки такое межпартийное взаимодействие более тесное, более плотное, чем в нашей Кировской области. У нас, как лебедь, рак и щука, все в разные стороны тянут свою лебедку, перетягивают на себя одеяло, и тем самым страдает избиратель всех политических партий. Так вот, хочу спросить у вас,
в Кировской области существует межпартийное взаимодействие. Я знаю о том, что достаточно активно и иногда эффективно работает совет фракций в областном ЗАГС собрании. Действительно ли он настолько эффективен, или все-таки это фикция? И такого взаимодействия, ну, по крайней мере, у нас на Вятке, где у нас свои порядки, такого взаимодействия никогда не может быть. Алексей, «Справедливая Россия». Ну, по взаимодействию с другими политическими силами мы, конечно же, открыты к сотрудничеству, если это сотрудничество будет отвечать нашим программным и уставным целям. То есть, если оно будет, ну, грубо говоря, отвечать интересам наших избирателей. Вот, то есть, последний пример – это мы провели совместный митинг против пенсионной реформы, когда вышли все оппозиционные партии, поддержали эту повестку, потому что мы действительно считаем, что она не проработанная, что это, ну, просто какое-то увеличение на пустом месте нагрузки на население, которое взамен ничего не получает. Как мы видим, оно получает, но только некие проблемы, что оно должно, люди должны ходить, что-то доказывать, что-то перерасчитывать. В частном секторе вообще ужас, что творится. Вот, то есть мы объединились, мы пошли, вышли, и это отвечает интересам наших избирателей. То же самое. То есть здесь удалось договориться и найти какой-то общий язык для того, чтобы принять общее решение, выйти на митинг и обозначить свою совместную позицию. Это же очевидно. То есть к нам в офис, к нам приходят люди, к нам в приемную обращаются с просьбой разъяснить, с просьбой помочь, с просьбой пересчитать. Нам присылают огромное количество фотографий вот этих вот свалок, особенно на старте вот этой реформы. Сейчас продолжается эпопея с частным сектором, вот это Филейка, например, это Дороничи. Я уже не говорю о том, что творится в районах области, вот там Подосиновец, предположим, там где-то вывозят рядом с администрацией, с судом, с милицией, а в остальных местах просто понятно, такого не происходит. «Справедливая Россия» участвует во фракционном совете в ЗАГС собрании? Активно ли участвует? Есть ли какие-то результаты вот этого межфракционного взаимодействия? Или все-таки не очень? Мы бывает по каким-то принципиальным моментам, по которым необходимо, мы встречаемся с коллегами, договариваемся о единой позиции, о едином голосовании. Где-то мы поддерживаем, где-то нас поддерживают. Но еще раз повторяю, что это должно отвечать интересам наших избирателей в первую очередь. Все понятно. Сергей. Что касается именно совета законодательных фракций в законодательном собрании, я как раз там 2 года работал и в структурах законодательного собрания, представляю изнутри, как это все функционирует. Считаю, что именно это действующий механизм, то есть та площадка, на которой именно руководящий состав, те люди, которые принимают решения, могут договариваться. То есть этот формат позволяет. Единственные моменты, что бывают спорные именно политические решения, как раз основанные на идеологии некоторых политических сил, на пиаре, то есть каждая политическая партия преследует цель, в том числе пиара, да, когда данные направления пересекаются, да, и никак, идут вразрез в интересах разных политических партий, то, соответственно, и формат уже совета руководителей фракции, он как раз натыкается на этот препон. Но это и есть сложность. Именно такие сложности, верно. И надо учиться преодолевать. Если в целом говорить о системе, то я абсолютно вас поддерживаю, что именно на уровне региона нам необходимо договариваться, поскольку в том числе и молодым будущим там партийцам, да, независимость от партийной принадлежности, потому что нам здесь на этой территории жить и работать. Если сейчас мы, знаете, там в 35-40 лет, да, начнем там ругаться на каких-то спорных моментах, да, то никакого поступательного развития не будет. Та же тема, которую Алексей коснулся, связана с мусорной реформой, да, у нас тоже очень много было обращений, мы также занимались и вопросами и частного сектора. Здесь вот с 1 июля как раз министерство и региональные операторы ситуацию начинает выправляться, то есть также доводим позицию регионального отделения через общественную приемную в профильное министерство, поскольку мы видим те проблемы, то что в первую очередь как раз обращаются в Единую Россию, потом дальше у нас есть штатные граждане, активисты, которые идут вначале в Единую Россию, в ЛДПР, в Справедливую Россию, в КПРФ, потом снова возвращаются и
по кругу двигают свои проблемы. И как раз цель нашей работы, вот о чем я вначале говорил, это получить сигналы, чтобы в том числе и на законодательном собрании наши депутаты смогли это донести до профильных министерств, потому что те же реформы, которые начинаются с нуля, о чем мы говорили про мусорные, да, они, да, действительно идут с определенными перекосами, тяжело, потому что определенные моменты не учитываются, и как раз роль и общественных приемных, и политических партий, и фракций – это поправлять и регулировать данное направление. Мы вернемся к нашему разговору, к нашим темам после небольшой короткой рекламы. Возвращаемся в студию. С вами Алексей Кузьмин и Сергей Притко, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия», и Алексей Мальцев, руководитель аппарата регионального отделения «Справедливой России» в Кировской области. Мы остановились на теме межпартийного взаимодействия, как политические партии могут договариваться, насколько эффективны существующие площадки, которые действуют здесь и сейчас. Так вот, хочу задать маленький вопрос нашим гостям. Все-таки политические партии в Кировской области могут договариваться во благо избирателей или не могут договариваться? Сергей. Политические партии могут, но на данный момент возникает сложный момент. Но есть определенное «но». Абсолютно верно. Всегда есть определенное «но» в любой партийной работе. Я в том числе останавливался и пиар, и идеологическая составляющая, да, поэтому могут, должны, но необходимо иногда переступить через себя и более взвешенно подходить к тем вопросам, которые, находить точки соприкосновения. То есть тот же пример демарша на законодательном собрании, да, с одной стороны, все выглядит там радужно, боремся за права родителей, да, то есть за получение компенсации, то есть абсолютно поддерживаю, как молодой родитель, да, у меня ребенку завтра 9 месяцев исполняется, абсолютно поддерживаю, необходимо поддерживать, но вопрос именно проработки того же закона, поскольку просто сказать, что мы всем дадим деньги, мы такие хорошие, да, не посчитав, не обосновав, и тем более откуда взять эти огромные средства, то есть это действительно как бы вот на этой почве необходимо садиться, прорабатывать и договариваться, поскольку просто сказать, что мы поддержим, не вникая в проблему. Все знают, что законотворческий процесс весьма сложный, имеет свои нюансы, потому что ведь одно дело принять закон, а другое дело его реализовать. И как раз «Единая Россия» понимает все нюансы и сложности именно с реализацией, и на такие моменты, как вот то, что произошло на законодательном собрании, понятно, партия власти в том числе не могла пойти, потому что так можно любые законы выносить без каких-либо обоснований, только ради пиара. Алексей, «Справедливая Россия» готова договариваться с другими политическими партиями? Мы готовы на диалог, но есть некоторые, так скажем, принципиальные моменты. Вот что такое компромисс вообще? Компромисс – это когда две стороны уступают в чем-то, чтобы достичь чего-то большего. Вот как показывает опыт, опять же, никто не готов уступать. А уступать, ну, так скажем, со своей стороны, ничего не получая взамен, ну, наверное, это не совсем правильно. Вот. Для нас на первом месте это интересы наших избирателей. Мы всегда идем до конца. Вот мы по тем же дорогам мы дошли до суда, мы суд выиграли. У нас есть наши принципы, нас люди поддержали, у нас есть наши представители в законодательных органах, поэтому мы сдавать этих людей, конечно же, не будем. Вот. Но если будут какие-то конструктивные предложения, то к диалогу мы готовы, конечно. Такой вопрос, юридическая тонкость. Если будет подписана какая-то бумага, которая будет говорить о том, что политические партии берут на себя обязательства совместного диалога, хотят переговариваться и хотят принимать какие-то консолидированные совместные решения. Не в рамках какого-либо парламента, не в рамках там, городской думы, областного ЗАГС собрания, а в рамках политических партий. То есть вот подобные бумаги существуют в других регионах и даже в других странах. Это считается нормально. Межпартийная дискуссия, она считается нормальной, в том числе закрепленной в виде бумажного документа. Так вот, абсолютно навскидку, естественно, без каких-либо последствий и обязательств, политические партии, там, «Справедливая Россия» и «Единая Россия», там, готовы подписать такую бумагу?
Алексей. Я думаю, что, наверное, мы воздержимся брать на себя такие обязательства, не понимая, так скажем, последствий взятых на себя обязательств. Вот. Тем более, вы, наверное, все знаете, что «Справедливая Россия», она выступает последовательно оппонентом правительству Российской Федерации, в частности, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который возглавляет партию «Единая Россия». Мы в 2016 году собирали подписи в Кировской области, мы собрали 67, на секундочку, тысяч подписей за отставку Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот, то есть это, ну, это мнение жителей Кировской области. Я считаю, что это достаточно массовая поддержка. Поэтому с «Единой Россией», ну, конечно же, мы не сможем подписать какие-то вот такие рамочные документы, не понимая, к чему это приведет. Потому что может получиться так, что в соответствии с этим документом мы потом вынуждены будем там пенсионную реформу какую-то поддерживать, которая никакой реформой не является, а по факту она это просто увеличение пенсионного возраста, ну и другие вещи. Вот. Мы защищаем интересы наших избирателей, тех людей, которые пришли на выборы, которые проголосовали за те идеи, с которыми мы идем во власть. Да, Алексей, смотрите, в целом, если подписывать некого рода соглашение, да, я думаю, что у нас на территории области мы можем только по ряду определенных уже конкретных вопросов, то есть все сели и договорились, да, а в целом рамочное соглашение, я думаю, что ну, там, в первый месяц-два, да, жарких дискуссий на заксобрании уже сразу будут нарушены, и это просто останется бумага в памяти, там, в истории законодательного собрания. А вот в части конкретных, там, именно индивидуальных вопросов объединения, что касается именно Кировской области, это действительно реально и возможно. Я думаю, что и иные политические партии готовы будут на это пойти. Ну, по крайней мере, к этому надо стремиться. Последняя тема, которую мы постараемся успеть затронуть, это партийные перспективы в Кировской области и в России в целом. Мы наслышаны, и несколько лет уже идет дискуссия о потенциально будущем ребрендинге «Единой России». Соответственно, ребрендинг – это ведь не только смена вывески, это смена определенных уставных документов, определенных там, идеологических платформ и так далее. Что, какая информация есть у вас? Поделитесь ею с радиослушателями. Что касается ребрендинга «Единой России», ну, мы понимаем, что просто сменив вывески, результата никакого не будет. Да? Там медведь в другую сторону повернется или там какое-то название добавится. Да? Самое важное в этой работе – это именно как раз кадровый состав. Это именно обновление партийной составляющей тех людей, кто представляет, олицетворяет партию, поскольку у нас именно, я беру в расчет Кировскую область и муниципалитеты, да, то у нас прежде всего выбирают именно людей. То есть у нас вторично, какую партию представляет человек, а идя на выборы, у нас всегда смотрят именно личность, то есть те заслуги человека, что он сделал для города, для своего села, и уже на этом основании, соответственно, люди делают свой выбор. Соответственно, как раз кадровый первый вопрос – это у нас уже запущено обновление партии с прошлого года. Более мы стали обращать внимание именно на те конкретные дела, что волнует наших избирателей. То есть сейчас говорить о каких-то там глобальных стратегиях, там как было 20-25, да, это никого не интересует. Человеку необходимо там сделать именно этот двор, да, починить эту лавочку, то есть и там отремонтировать фасад этого дома. Поэтому как раз мы свою работу сейчас перестраиваем на контроль за нацпроектами, потому что это тот механизм, которым мы сможем решить те вопросы, которые волнуют наших избирателей. Потому что это беспрецедентные суммы для Кировской области идут. И грамотно необходимо проконтролировать, чтобы именно они достигли результата, и люди получили тот желаемый эффект от национальных проектов, которые декларирует и запустил наш президент. Что касается будущего партии, мы чуть-чуть меняем форматы работы, мы особое внимание сейчас уделяем социальным сетям, поскольку необходимо и омоложение партийных активистов, партийных ячеек, поскольку у нас основную массу информации сейчас люди получают из интернета, да, соответственно, мы как раз уходим в соцсети, но не забываем и про старые форматы, это печатные средства массовой информации, и самое главное, это живое общение с людьми, поскольку у нас
большое представительство депутатов на местах, то основная задача – это как раз личные встречи, потому что без личных встреч никаких сигналов наверх о тех проблемах у нас не будет. Поэтому основное – это как раз именно этот формат. Живое общение. Алексей Мальцев, не первый год ходят слухи о создании на базе «Справедливой России» некой социально-демократической укрупненной партии, куда войдут другие политические партии и движения. Вот хотелось бы услышать, какая есть сейчас информация, действительно это информация, либо это кухонная сплетня, потому что создание такой крупной политической партии может аукнуться на всей политической системе всей страны. Ну, на данный момент ничего, кроме слухов, на эту тему нет. Мы уже полгода, наверное, назад объявили о том, что мы готовы на своей базе, ну, так скажем, принять к себе сторонников, членов других политических партий, у которых, может быть, не так хорошо получается заниматься партийным строительством, у которых, может быть, не столько ресурсов, у которых, может быть, не столько отделений на местах, чтобы сделать их работу более эффективной, если у нас, конечно же, схожи взгляды наши. Вот, я, наверное, какая-то работа в этом направлении ведется, но у меня никакой информации нет. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, заканчивается время нашего эфира. Мы успели, обсудили те темы, которые планировали, но на самом деле, мне кажется, что диалог может занимать гораздо больше времени. Тема очень интересная, политическая, партийная жизнь в Кировской области, она всегда вызывает определенные интересы и определенную загадку, потому что люди, может быть, не понимают, что происходит внутри, кто стоит и что стоит за политическим брендом, за медведем или там за щитом, у кого ведь как. Поэтому диалог получился достаточно интересный. С вами был я, Алексей Кузьмин, и Алексей Мальцев, руководитель аппарата регионального отделения «Справедливой России» в Кировской области, и Сергей Притко, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Кировской области. Всего доброго. До свидания. Доброго.